В Ямбурге открыли памятный знак к 75-летию Великой Победы. Инициатором установки выступил Совет ветеранов боевых действий. Идея воплотилась в жизнь, обрела реальные очертания и была полностью реализована накануне профессионального праздника газовиков. В торжественной обстановке покрывающую знак ткань сняли заместитель генерального директора общества «Газпромдобыча Ямбург» Владимир Макаров, председатель первичной профсоюзной организации Валерий Нагога и заместитель председателя Совета ветеранов боевых действий Вадим Кузнецов. 10-тонный монолит «Диабаза» – теперь еще одно памятное место заполярного поселка. В тот же день участники торжественной церемонии заложили аллею памяти, высадили саженцы кедра. Мы помним своих героев, мы знаем историю нашей страны, и это для нас очень значимо и очень важно. Ямбург, являясь вахтовым поселком и удаленным на значительном расстоянии от населенных пунктов, не остался в стороне